Юха Сепиля – миллионер, который добился всего сам и лидер оппозиционной центристской партии, выиграл парламентские выборы в Финляндии в воскресенье. С вами Джессика Уокер в обзоре прессы понедельника. Набрав 99,8 голосов, как и было предсказано государственной теле- и радиовещательной компанией YLE, партия Сепиля получила 49 мест в парламенте, который состоит из 200 членов. Финс получили 38 мест, и правоцентристская национальная коалиция получила 37 мест. Мистер Сепиля был относительно непопулярен в Финляндии, пока не стал лидером центристской партии 3 года назад. Он пообещал вдохнуть новую жизнь в экономику путем создания 200 тысяч рабочих мест в частном секторе в течение следующих 10 лет. Как лидер центристской партии, он также намеревается заморозить уровень заработных плат и сократить расходы, чтобы Финляндия снова могла обрести конкурентоспособность. В обращении к однопартийцам Сепиля заявил: 3 года назад на нас смотрели как на затихающее движение, но все изменилось. Финляндия в очень сложном положении. Нам необходима необычайная сплоченность, чтобы мы могли преодолеть трудности. Сепиле, скорее всего, понадобится поддержка партии Финс. Он заявил, что коалиция центристской партии Финс может усложнить отношения с еврозоной, поскольку они выступают против кредитования Греции и хотят, чтобы Греция вышла из состава еврозоны. Любое кредитование Греции теперь столкнется с препятствиями со стороны финского правительства. После 3 лет рецессии и экономических затруднений новое правительство принялось за решение проблем. В данный момент уровень безработицы на отметке выше 10%, а экономический рост страны вдвое медленнее европейского. Новому правительству предстоит покрыть убытки, причиненные потери торговых отношений с Россией и сокращением бумажной индустрии, что привело к сокращению 1000 рабочих мест. Сепиля подчеркнул, что Финляндию впереди ждут 10 сложных лет. Центристская партия все еще хочет сократить бюджет и снизить социальные выплаты, оправдывая это так: волшебным образом ничего не происходит, мы запускаем 10-летний проект по восстановлению экономики. В попытках восстановить рост экономики Финляндии Сепиля планирует смягчить законы по рынку труда, чтобы дефицит не увеличивался дальше. Юха Сепиля уже приступил к принятию запланированных мер, что приведет к сокращению доли долга ВВП страны в ближайшие 2 года. Экономика Финляндии стала ключевой идеей предвыборной кампании Сепиля. Он пообещал прекратить процесс рецессии, заявив: «Ситуация изменится в течение следующих 4 лет. Мы поймем, как нам изменяться в ногу со временем». На этом завершается обзор прессы сегодня. Дорогие зрители, оставайтесь только с Копи ТВ.